Здравствуйте! В эфире «Книга Титана. Видеоверсия». Сегодня 10 глава «Мир душ». С кем мы идем рука об руку, тысячелетия сквозь миры? С кем познаем любовь, разлуку? С кем пишем правила игры? Нас ждут всегда, раскрыв объятия, и не судя, проводят вновь в мир безусловного принятия, в реальность, что за гранью слов. Мы много говорили о Вселенной, о Земле, о человеке. Мы знаем, что человек больше, чем просто физическая оболочка. А где мы живем между воплощениями? Где наш дом и наша духовная семья? Как устроен мир по ту сторону? Те, кто читали Майкла Ньютона, хорошо подкованы в этом вопросе. Но сегодня мы попробуем расширить ваши границы. Какая у тебя форма в этом пространстве? Если бы перед тобой возникло вдруг большое зеркало, каким ты себя в нем видишь? Ну, это как некое веретенообразное нечто. Так, а вот у этого веретенообразного нечто есть ли у него какой-то цвет, или, может быть, вибрация, или плотность? Какими свойствами оно обладает? Оно в движении или статичное? Как это ощущается, вот это энергетическое тело? В центре плотнее, к периферии такое, как нечто. Еще сравнение. Но как вот атмосфера на планете, тем выше, тем разряженнее. Ядро в центре. Есть ли в него какой-то цвет или оттенок? Ядро? Белое. Белое, верно? Ну, это как свет. Но, кстати, может принять любой цвет по желанию. То есть ты можешь менять цвет? Какой захочу, такой и будет. А какая конкретно наша часть находится в мире душ? Часть наша, которая принадлежит той плотности. Неправильно будет считать, что мы, когда умираем, мы туда переходим. Нет. Мы находимся и там, и здесь. Мы как бы размазаны, ну так, очень условно размазаны вдоль этих всех измерений. Смещается у нас фокус внимания. То есть, когда мы как бы переходим, переходит наше внимание, и мы внезапно начинаем ощущать себя вот в этом состоянии, которое в сессии упоминается как веретенообразная некая форма. А почему, кстати, она именно такая? Ну, потому что кокон, да, вот оно, он такой вытянутый. Почему? Слушайте, это вопрос из разряда, почему небо синее, да? Вопрос вроде простой, а спросили бы у физика, он тебе говорит, так, ладно. И пошло-поехало, значит, чуть ли не в теоретическую физику, в какие-то глубины. Ну вот, пока просто принимаем как данность, что вот оно так выглядит. Другой вопрос, что там о цветах речь идет, да? Вот здесь, конечно, более интересная история. Насколько мы знаем из описаний того же Майкла Ньютона, вот того, той стороны, цвет вот этих оболочек, он очень сильно коррелирует с уровнем развития, со зрелостью души, ну, там, тонких структур, да? А здесь же в сессии Титан говорит о том, что ну какой цвет захочу, такой и будет. Мы видим некую чуть-чуть особенную функциональность, присущую ему, что он способен эти цвета менять произвольно по своему желанию. То есть они не являются некой детерминантой, как у остальных, а ну, поскольку его роль такая техническая, что ли, в целях маскировки, может принять любой образ, вплоть до того, что притвориться молодой душой, которая только-только пришла. Да? Ну, как некая такая административная, что ли, функция. Ну, это интересно так. Вот. Мне было интересно такую фишку прочесть, скажем, в расшифровке сессии. Вот эта форма, она присуща всем тем, кто там находится? Форма, да.
Ну, это просто... Вот мы с вами сейчас находимся в гуманоидной форме, да? Там мы меняем ее и становимся такими веретенообразными некими субстанциями. Об этом уже шел разговор, но все-таки как там происходит узнавание друг друга? Вот сколько раз я сам бывал на той стороне, это просто, ну, как данность. Ты просто знаешь, кто перед тобой. И в этом нет ни малейших сомнений. Я не знаю, как это устроено. И вряд ли Титан или кто-либо еще способен раскрыть эту механику, потому что, ну, там это воспринимается как данное, да, как данность, как нечто само собой разумеющееся. Вероятно, задав такой вопрос, мы даже толком ответов не получим. Ну, потому что, как спросить, а почему правая рука – это правая, а левая – это левая, да? Ну вот, Павел, как бы вы ответили на такой вопрос? Ну, как в том вопросе, почему зеркало отражает право налево, а вверх на низ нет. Таковы фундаментальные законы, вот, которые прописаны в свойствах нашего физического пространства, которое нас окружает. Вот так оно заложено на том матричном техническом уровне, который мы обсуждали. А вот такое противопоставление, как плотность и разряженность, здесь как это примерно? Ну, это просто об одном и том же другими словами. То есть это разряженность, это как раз меньшая плотность. Если здесь мы максимально сконцентрированы, как физические тела, то там, находясь в менее плотной форме, да, воспринимается как разреженное пространство. Титан говорит, что вот часть этой структуры – это просто свет. Здесь как раз мне легче об этом описывать, поскольку есть непосредственный личный опыт, поскольку на той стороне тоже бывал, ну, не так высоко, но все-таки бывал, да. Дело в том, что когда находишься в мире душ, там у пространства какое-то внутреннее присущее ему свойство или качество внутреннего свечения, оно само светится. Опять-таки, я понимаю, что это звучит бесконечно иррационально для обычного земного ума, но вот попадая туда, абсолютно нет ни малейших сомнений в том, что я говорю. То есть каждый, кто там бывал, говорит, ну да, конечно, светится, а как иначе-то? Ну, оказывается, там это воспринимается как само собой разумеющееся. Здесь это что, ты о чем вообще? Ну да, там пространство, оно само светится. Итак, форма у нас есть. Осталось узнать, как выглядит место. Титан входит в мир душ и подробно его описывает. Что ты видишь вокруг себя? Ну, какое-то такое, словно второе небо. И уходящее вдали громождение. Совершенно четко выстроенные структуры из таких, как блины. И они образуют пирамидальные формы, уходящие далеко вверх. Сейчас я возле самого входа в эту реальность. Расскажи, пожалуйста, очень подробно, что ты видишь, что тебя окружает? Можно сказать, это некое бесконечное пространство. Ну, условно бесконечное, конечно. И вот то место, где наши все сидят, там, где-то там, ну, чуть ли не за облаками. То есть оно еще дальше, оно еще выше. Абсолютно верно. Хорошо, и пока не торопись и просто описывай все, что ты видишь на том уровне, на котором ты сейчас находишься. Под ногами некая энергетическая мембрана. У этой мембраны есть ли у нее какой-то цвет? Какая она? Какими свойствами она обладает? Как бы ты мог ее описать? Она воспринимается как стенка мыльного пузыря. Чуть плотнее. Она как мембрана, как разница вибраций, что ли, разница частот. Те волны, которые в месте соприкосновения создают мембрану, словно граница от разниц этих частот. Так что говорить про цвет не вполне корректно.
Сказанное Титаном звучит достаточно заумно, и нужно много пояснений. В первую очередь, о каких таких блинах идет речь? Он воспринял вот эти вот локальные пространства духовных групп как некие блины, как он это описал. Кто-то видит как восьмигранники, кто-то как некие чечевицеобразные формы. Ну, то есть это некая локализованное многомерное в то же время пространство, там локализуется отдельно взятая духовная группа. Упоминается стенка мыльного пузыря. Зачем она, с чего состоит, какова функция? Если я правильно помню, в 6 главе мы приводили часть этой сессии, где он описывает вот эту стенку мыльного пузыря как мембрану. То есть место, где соприкасаются измерения разной плотности. При пересечении вот этих переходов из одного измерения в другое измерение, это воспринимается как именно стенка мыльного пузыря, мембрана, условно-силовое поле, сквозь которую с таким смешным чпоком ты просто переходишь на ту сторону, в другую область пространства, в другую область мироздания. Наши все за облаками. Это кто и где? В конкретной сессии регрессолог попросил Титана переместиться к своей духовной группе. И дело в том, что пространство, в котором он оказался, там он увидел некие такие пирамидальные структуры, которые сформированы вот из этих блинов, сирич, вот этих вот отдельно локализованных духовных групп. Насколько я понимаю, когда он просканировал вот это вот пространство, там это работает, это вот этот встроенный сканер, это неотъемлемая функция наша, ну, примерно как здесь, в реальном мире, окинуть взором что-нибудь, да. Вот там он мысленным взором окинул, и он понял, что его группы вот в этом пространстве нет. А за облаками, значит, вот потом общаясь кулуарно, я понимаю, что его, скажем, группа находилась за еще одной мембраной. То есть нужно было перейти в еще одно более высокое пространство, скажем, более высокоэнергетическое, где как раз его группа и находилась. Но вот его группа – это как раз те сознания, которые управляют Землей. Часть, допустим, Солнцем управляет. Вот они на соседнем блине, по его уверениям, находились. То есть, когда регрессолог предложил ему там посмотреть, попутешествовать, а какие еще группы здесь существуют вокруг, сказал, вот слетали на соседний блин, о, здесь как раз находятся те, кто управляет процессами на Солнце. То есть, если в группе Титана их 13, то там 23. Есть общий вопрос. А мир душ, он где расположен? Где-то в пространстве Солнечной системы. Вот так обобщенно скажем. То есть он не привязан конкретно к Земле? Как только мы переходим выше, это теряет смысл. Можно сказать, да, в пространстве Земли. Ответить на вопрос, а находится ли это в пространстве Венеры, вероятнее всего, ответ будет тоже утвердительным. Ну, то есть это вот некое такое пространство более высокомерное, причем оно как бы не относится к тем 397 измерениям земным, оно как бы немножко в стороне, получается, находится. Uh-huh. Ну вот это очень сложно об этом говорить, описывая это. Ну, потому что оно категорически не вмещается в наше трехмерное понимание. Титан продолжает движение в мире душ и начинает перемещение по уровням. И сейчас начинай двигаться, начинай перемещаться, чтобы отслеживать эти переходы между уровнями, как между этажами. И вот следующий уровень. Это начиная экрана, просто уровнем выше. А чем это пространство отличается от первого? Оно просто несколько порядков более энергетически насыщено. А чем оно насыщено? Энергией. Оно все светится изнутри. Как бы некий свет, идущий. Ну, на само свет. Это очень сложно описать. То есть первое пространство, оно... Более обычное, что ли.
оно более тусклое или какое-то... Ну да, там более тусклый свет. И вот эти структуры плену, на которых группа душ располагаются. Эти структуры и здесь, и там. Просто здесь их намного меньше. Если представить эти структуры как пирамиды, то вот эти мембраны, они разделяют. И в этом пространстве, можно сказать, только верхушки пирамид. Основная часть пирамид расположена в первом пространстве. А вот эта пирамида, она одна общая на всех? Их несколько, их много. Их нечислимое количество. Каждый блин – это арбатош. И все они структурированы в виде этих пирамид. А как чисто технически осуществляется проход через вот эту мембрану? С некоторым усилием. Я не могу даже сказать физическим. Это скорее усилие намерения. Особенно, что касается перехода вот через ту вторую мембрану. То есть, скажем, мне для того, чтобы попасть туда, в сессии, ну, как бы мне же интересно, любопытно было, я тоже туда ходил, мне пришлось прям сильно разогнаться по вибрациям, по частоте, для того, чтобы туда вообще, чтобы то пространство я мог переварить, да, чтобы оно было для меня приемлемым. Потому что на низких вибрациях оно просто, ну, отторгает, оно не принимает и не может там находиться. Ну, примерно как... Не знаю, вода выталкивает спирт или, ну, здесь неприменимо такое даже, да. То есть, ну, просто ты не можешь там находиться, да. И когда ты разгоняешься, только тогда ты способен там оказаться, да. Это, ну, это сложно разогнаться. Что такое энергетическая насыщенность, о которой говорит Титан? Ну, вот здесь как раз идет речь о том, что о том, о чем я сказал буквально двумя предложениями ранее, да, что это пространство куда более высокоэнергетичное. Как раз об этом речь идет. И оно все светится изнутри. Если в первом, где расположены основные группы душ, оно более, ну, такой тускло светящийся, скажем, такой тусклый ровный свет, то вот то пространство ослепительно белое, хотя я понимаю, что слово «ослепительно», оно сбивает с толку. Оно очень ярко светящееся, искристое, жемчужное белое, но оно не слепит, потому что свойство ослепления – это свойство физических глаз. Да? Там нечем ослепнуть. Но оно вот именно так воспринимается. Это очень интересно. Я, кстати, рекомендую всем там побывать. Это очень интересно. А почему вот это новое пространство меньше, чем первое? Почему? У меня нет ответа на этот вопрос. И когда вот ты смотришь на этот мир вот этих пирамид, эти пирамиды действительно с отсеченными вершинами. И только выходя вот туда, ты понимаешь, что вот эта верхушка пирамиды, она вот именно за той второй мембраной находится, в более, еще более таком тонком пространстве. Ну, это просто почему... Некая, ну, данность. Наверное, мы когда-то об этом узнаем. А сколько всего уровней в мире душ? Чем они друг от друга отличаются и кто их населяет? Есть ли там известные нам персонажи? Давайте спросим у Титана. Пространство мира душ, где ты сейчас оказался. Есть ли у этих душ, у их ауры какой-то цвет или оттенок, или свет? И что он означает? Что эти цвета означают? В мире душ есть много цветов. Весь мир душ вибрирует на частотах от темно-красного до фиолетового. В этом измерении все это есть. Можно сказать, что на уровне частот это как бы подизмерение. Можно выделить 4 базовых уровня. Уровень молодых душ, уровень развившихся душ, уровень зрелых душ и уровень самых зрелых. Можно и так сказать. Этот 4-й уровень, он неоднозначен. Это 4-й уровень или подуровень. И там цвета представлены. Начиная с синего, дальний темно-синий, кобальтовый,
и фиолетовые. И фиолетовые — это те, кого вы называете вознесенными учителями. На этом подуровне живут как те, кто воплощались, так и те, кто пришли сюда извне, как учителя. И здесь есть те, кто работает на человечество, и те, кто работает на лжебогов. В том числе и те, кто и нашим, и вашим. Там все не так однозначно. Не всем там можно доверять. Здесь из них работают на то, чтобы и дальше держать человечество в рабстве. Что за спектр, о котором говорит Титан, и почему в нем именно такие цвета? Информация, полученная от него, она здорово перекликается с информацией, которую мы можем получить, прочитав книги Майкла Ньютона, где вот он описывает как раз именно цвета душ, различаются в зависимости от своего уровня развитости, отличаются цветом. Более того, вот эти слои, что ли, душ, разделяемые по цветам спектра, они еще разделяются и на неких условных 4 уровня. И это, кстати, замечательно нас подводит к мысли о том, почему у некоторых народов прослеживаются, допустим, 4 касты. Вот там это разделение совершенно замечательно происходит, его очень здорово можно отследить. А если еще и включить вот этот внутренний сканер, тут же приходит информация о том, что в зависимости от слоя люди с каким потенциалом, с какими задачами живут. Там, в нижнем слое молодые души живут, проходящие самые первые уроки, начиная от крестьян, заканчивая людьми в малиновых пиджаках с золотыми цепями. Малиновые пиджаки, к слову говоря, как мы теперь понимаем, не просто так. Далее идут люди рабочих сословий, начиная от обычных работяг и заканчивая высококлассными инженерами. Следующий уровень – писатели, врачи, люди вот таких профессий, которые служат другим в той или иной мере. Ну и, наконец, все заканчивается таким сине-фиолетово-индиговым уровнем, где живут высокие посвященные религиозные деятели. Не те, кто занимается в наше время коммерческой деятельностью, а такие настоящие духовные подвижники, типа Сергия Радонежского и тому подобное. И этот уровень, он подразделяется условно на 2. То есть, если в нижнем живут высокие подвижники, но те, кто воплощался и, может быть, еще будет воплощаться, то в верхнем слое как раз находятся те, кто либо в принципе на Земле не воплощался, придя сюда из других миров, либо те, кто уже не воплощается. Они совершенно четко видны, и вот здесь они больше известны как некие вознесенные учителя. К вопросу о Шамбале, которая находится где-то там же, в том же слое. Титан говорит о родившихся душах, и возникает вопрос, а как они рождаются, как происходит их эволюция и когда наступает зрелость. Некое изначальное сознание, приходящее сюда с целью получения опыта, на входе получает душу свежую, незапятнанную, действительно чистую, без всякого опыта. Может быть, туда будут влиты несколько импринтов, как некая демо-версия жизни. И, собственно, начинает идти получать опыт. И опять же, по книгам замечательного Роберта Монро, там этот процесс очень хорошо описан, как это происходит. Как сознание, прилетевшее из соседней галактики, прибывшее на экскурсионную поездку, начинает воплощаться, их эта игра увлекает, и они здесь остаются на подольше. Когда воплощающееся сознание вот эту свою флешку, душу наполнит достаточным количеством жемчуга, полученного опыта, разнообразнейшего, тогда он уже повышает свои вибрации, меняется его цвет души. И здесь важно понимать, что эволюция вот эта происходит, по крайней мере, в рамках вот этого мира душ, именно как групповая история, то есть эволюционирует именно духовная группа. То есть, если кто-то из духовной группы, один такой пострел, который везде поспел, да, он раньше всех, он все равно будет дожидаться, пока вся остальная его духовная группа не догонит его по уровню. Только тогда вся группа целиком она всплывает вот внутри этой пирамиды. Все выше и выше, до тех пор, пока они
не превратятся уже в выпускников, которые уже уходят в другие миры с другим опытом. Вы упомянули о вознесенных учителях. Титан говорит, что они на кого-то работают. Часть из них совершенно четко работают на нам хорошо знакомую систему подавления. То есть на лжебогов? Ну, конечно. То есть они являются и глашатаями. Они создают религии, которые насаждают определенного рода ценности. Поэтому, да. Для чего мы проживаем жизнь? Кто ставит эти цели и задачи? Сколько их? Об этом в следующем фрагменте. Считается, что у человека есть как бы обязательная программа жизни и то, что называется произвольная. Кто эти программы определяет, создает? Это определяет сознание перед тем, как воплотиться в плотный мир. Полный ответ на этот вопрос многомерен. И вот в одном из срезов ответ звучит именно так. А если человек выполнил эту обязательную программу, то что, значит, он может просто уходить уже с земного плана? Или он может взять себе дополнительную задачу в этом же воплощении, дополнительную программу? Это зависит от уровня вибрации его души, от ее наполненности, от ее, назовем, зрелости. Чем менее зрелая душа, тем меньше задача, тем более простые задачи она получает. И наоборот, чем более зрелая душа, тем сложнее задачи, и тем их больше. И для очень зрелой души вполне возможен сценарий, когда в течение одной жизни эта душа проживает словно несколько воплощений в рамках одной физической жизни. Такое бывает. Какое сознание определяет программу? Как это происходит? Здесь как раз все очень просто. Мы сами себе намечаем программу, с которой мы пойдем в воплощение. Мы там, то есть мы, находясь в мире душ, в пространстве, где мы пребываем между воплощениями, мы как раз проектируем будущую жизнь, исходя из тех задач, которые мы для себя видим, что мы должны в их рамках как-то развиться. Какое качество я хочу приобрести? Я хочу наработать храбрость. Значит, те события, те люди, те персонажи, которые будут сопровождать меня и притягиваться в мою жизнь вот в грядущем воплощении, они будут способствовать наработке, выработке этого качества. А как определить размеры сложной задачи? Как это соотносится там, со зрелостью души? Здесь достаточно интересный механизм имеет место. Дело в том, что чем выше зрелость души, тем больше у нее свободы маневра в самостоятельном определении задач. Чем душа менее зрелая, тем больше сторонней помощи в этом присутствует. Такое интересное наблюдение из опыта. Допустим, если мы видим перед собой незрелую душу, то там на уровне духовной группы обязательно будет присутствовать наставник, который обязательно присутствует и участвует в определении задач, с которыми душа воплощается. Если же душа зрелая, как правило, когда мы выходим на тот уровень с ней, на вопрос, а кто здесь у вас главный, как правило, в 99% случаев следует ответ: здесь нет главных, мы все равны. То есть мы сами наставники для кого-то. То есть фактически, когда идет проработка каких-то родовых историй, родовых задач, опять-таки речь идет о незрелых душах. Поскольку род им оказывает тоже некую помощь в их становлении, в их эволюционном пути. Если душа максимально зрелая, она уже настолько самостоятельна, ей уже эта помощь просто не нужна. Она не только свои задачи определяет, она еще помогает и более младшим это делать. Можно ли отказаться от исполнения поставленных задач или исполнить их по ускоренной программе? Свобода воли, но здесь нужно понимать, на каком уровне она реализуется, а на каком уровне начинает работать то, что мы назвали судьбой. Здесь как раз это скорее судьба, это некий коридор возможностей, но именно коридор. То есть если ты сильно попытаешься выбежать за установленные тобой же, но там рамки,
тебя очень мягко и аккуратно и оттолкнет ненужного, неверного пути. Там же, на этапе планирования, безусловно, у нас есть полная свобода воли и принятия решений, чему, какие задачи мы перед собой ставим. Поэтому в этом ключе уместно привести аналогию, когда вы собираетесь, допустим, в другой город на некие курсы, и, приехав в город, вы решаете, что нет, мне эти курсы не нужны, либо я их пройду по ускоренной программе. Вот здесь, в такой постановке вопроса, уже содержится ответ, что ну я же специально за этим пришел сюда, я специально за этим приехал. То есть мне этого не хватает. То есть да, можно упереться рогом и сказать, нет, не буду я этого опыта получать. Прекрасно. Но в таком случае ваша более мудрая часть, находящаяся в духовном мире, будьте уверены, вас вторично отправят в воплощение, где вы таки получите этот опыт и пройдете этот нужный вам курс молодого бойца. Но можем ли мы сказать, что есть души, отказавшиеся от выполнения задач, как вот это на физике проявляется? Ну, конечно. Те, кто выбрал путь суицида, я их поздравляю, их ждет второй год в том же самом классе. Ну, то есть, потому что у более высокой мудрой части перед ней стоит, мне нужен этот опыт. Поэтому давай-ка еще раз пойдешь и его получишь. Это вот обычно так заканчивается. Оставляют на второй год. То есть, ну, ты не захотел получить, ну, извини. А мне нужен он. Поэтому будь добр, иди и принеси мне этот опыт. Есть мнение о том, что аутизм – это тоже некая форма вот страха перед воплощением. Ну, это вот как раз такие ребята, которые уже заключили контракт на воплощение. Контракт уже заключен, уже выделено тело, выделены родители, уже все договоры подписаны. А он в последний момент передумал, он уже едет в этом поезде. Он говорит, слушай, я вообще вот передумал, дайте мне выйти, а поезд уже едет, он уже не может выйти. А он так и продолжает смотреть назад в мир душ туда. Говорит, возьмите меня обратно. Ну, никто не возьмет, уже все, процесс запущен, он уже необратим, да. То есть ты должен, ты уже в теле, ты уже, у тебя выделен ресурс, ты ну, обязан его прожить. Аутисты – это вот как раз такие люди. Да, они, как правило, очень одаренные, очень даровитые, да, но тем не менее, это вот такие. Да, у нас есть опыт, порой с ними можно там договориться, да, на уровне духовной группы, ты с ним встречаешься, там, с ним договариваешься, потому что, ну, дорогой друг, ты уже едешь в этом поезде, давай-ка ты вот передумаешь. И в таком случае есть возможность их повернуть лицом в эту жизнь. Кем и как подводятся итоги воплощения? Что в сухом остатке? Давайте разбираться. После того, как ты заканчивал свое воплощение и возвращался в мир душ, были ли там какие-то обсуждения этих воплощений, совещания между собой? Может быть, как-то оценивали, разбирали, как оно прошло, что прошло удачно, а что не очень. В мире душ в этом нет никакой необходимости. Вся информация о прошлых воплощениях мгновенно понятна и доступна. Она вся тут на ладони. Совещание, обсуждение – это все черты трехмерности. Если воплощение сложилось не очень удачно, вот разве нет желания потом продолжить уже в другом воплощении, как бы улучшить его, сделать более завершенным? Какое-либо воплощение может быть не слишком удачным с точки зрения трехмерной логики. В мире душ это воспринимается совсем иначе. Все это опыт, все это относительно. Мире душ это звучит как ну ничего, сейчас еще раз сделаем. Предпримем еще одну попытку. Как происходит обработка полученной информации? Это в большей степени наши трехмерные понятия, да, что прибыл из командировки, будь добр, отчет написать, как там все прошло. Да. Там, безусловно, этого нет, и только душа сама оценивает, насколько она довольна или недовольна тем опытом, который она получила. В случае молодой души, безусловно, еще присутствуют наставники, да, если они есть. То есть идет такая вот оценка, доволен ли я полученным опытом, все ли
меня устроило. Есть какие-то заусенцы, которые необходимо дожать, допилить, дошлифовать в каком-то следующем воплощении. Может быть, в другой роли. Может быть, получить какую-то грань того же опыта. Скажем, я познал, что такое любовь, будучи мужчиной. А интересно бы познать ту же самую грань любви, только находясь в теле женщины. Как это вот воспринимается в таком качестве? То есть и большинство жителей нашей планеты, вот именно они поэтому идут через огромное количество разных ролей, порой получают тот же опыт, но это опыт любви просто разной грани. В виде мальчика, в виде девочки, в виде там еще как-то. Ну вот, да. Понятно, что все опыт, но насколько нужен вот такой опыт, как боль, страдания, несчастье? Любой опыт – это опыт. В эту логику переходишь, когда уже поработал N лет регрессологом, здесь я уже могу ответственно сказать, что боль, страдания – это восприятие нашего эго. Там этот опыт, он оценивается совершенно иначе. Как раз главный критерий – это взросление души. И чем больше разнообразного опыта она получила, тем быстрее она переходит в состояние зрелости и готова отправляться куда-то дальше. Здесь еще важно понимать, что мы, проходящий опыт на Земле, мы такие, знаете, короли и королевы драмы. Все воспринимается через призму каких-то эмоций, которые мы здесь, кстати, учимся. Да? Вот там это все в любви, более спокойно, там нет драмы. Любой опыт, он в копилочку души зачитывается, поэтому он любой полезен. А какова роль вот тех душ из духовной группы в выборе конкретной жизни, определении задачи, подведении итогов? Скорее, их роль в планировании будущего воплощения, когда мы договариваемся с родственными душами, какую роль мы вообще в жизни друг друга будем играть. Мы словно договариваемся, кто кем будет приходиться в следующем воплощении. Мы говорим словно, слушай, ну вот ты будешь моим папой? Ну давай. Ну, соответственно, я буду твоим сыном. Слушай, мам, ты в прошлом воплощении была мне сестрой. Может быть, побудешь сейчас любимой племянницей? Ну, давай. А какие задачи? Ну, вот такие. А, ну, конечно. Мы вот эти роли постоянно играем, меняемся. Это как раз позволяет отшлифовать получаемый опыт с разных сторон, разные грани его познать. Собственно, это и есть родственная группа. Именно поэтому она так и сформировано. Мы вместе получаем этот опыт, мы его вместе проходим. Как устроена духовная группа и каково ее предназначение? Давайте выясним вместе с Титаном. Тот уровень, на котором ты сейчас находишься, это уже уровень твоего высшего «я»? Нет, это духовная группа. А кто присутствует еще, кроме тебя, в этой духовной группе? У нас 13 сознаний. И вы все вместе что-то обсуждаете, что-то интересное. Может быть, обсуждаете ваше будущее? Я сейчас немножко подтаиваю, потому что очень большое количество любви. Пока что в этом состоянии нужно немного побыть, чтобы насытиться. Не хочется обсуждать проблемы. Просто хочется побыть в этом состоянии любви, в этом состоянии принятия, благожелательности. Понятно, что вот мой вопрос сейчас будет достаточно объемным, но все-таки, если в двух словах, какую же все-таки функцию выполняет духовная группа? Собственно, это та, в лучшем из смыслов, та банда, вместе с которой мы тут на боевом задании, с которым мы в огонь и воду и сквозь медные трубы проходим. Как я уже в предыдущем комментарии отметил, что это те ближайшие наши соратники, сподвижники, с которыми мы вместе получаем необходимый опыт. И когда этот опыт накоплен, мы все вместе уходим и уходим в какие-то другие миры, точно так же вместе проходить и получать новый опыт в новых мирах, в новых качествах, по новым принципам и так далее. Если здесь, допустим, на Земле принцип дуальности, в
какой-то другом участке мироздания будет проявлен пятеричный принцип, где будет пять полов, например, да? Где нужно будет освоить не энергию эмоций, а какую-то другую энергию. Замечательно. Опять же, мы все вместе. Цыгане дружную толпой, да, мы опять же пойдем туда и будем там проходить свои витки эволюции. То есть, получается, у каждого такого мира, у каждой песочницы есть свой мир душ? Ну, фактически, да. Да, фактически можно так сказать. А есть ли какие-то ограничения на размеры этих духовных групп? Хороший вопрос. Здесь он скорее не по книге Титана, а уже как ко мне как исследователю независимому. Скажем, то, с чем мы сталкивались в своих сессиях, ну вот от 7 до 23, как Титан. То есть больше вот числа. Обычно там 7-15, может быть, вот в этих пределах. Ну, вот 23, я говорю, это какой-то такой аномальный размер, который солнышком управляет. Обычно, вот я говорю, 7-15. Вот та любовь, благожелательность, то принятие, да, как вот это проявляется, это можно как-то описать? Сильно вряд ли. Но, вероятно, если убрать всю ту боль и страдания, которые присущи этому миру, то, что останется, вот, убрав это, и будет той всеохватывающей энергией, всепоглощающей энергией любви, этого состояния любви. Ну, то есть накал этой энергии, сила и мощь этой энергии таковы, что у большинства людей, которые сумели ощутить ее, которые сумели прикоснуться в конкретном своем путешествии, ну вот в тот момент из глаз текут слезы, они прям захлебываются от этого чувства любви, которое они испытывают и переживают в тот момент. Их в этот момент мы даже не трогаем. Пусть он набудется, насытится этим. Потому что, ну, когда еще? Достаточно ресурсное состояние. Это максимально ресурсное. То есть можно, не погрешив против истины, сказать, что это самое ресурсное из всех, которые нам доступны, вот, как Ревизон. Даже на высшем я такого нет. То есть вот, на духовной группе максимальный накал вот этого вот потока. Духовная группа построена на принципе безоговорочной и безусловной любви. Так почему же между членами могут возникать разногласия, конфликты, даже распри? Или же это только воплощение? Вот как о своем собственном опыте рассказывает Титан. Я правильно понимаю, что в этом духовном мире, в том пространстве, где ты сейчас находишься, здесь нет времени? Нет, конечно. По крайней мере, не в том виде, как вы его воспринимаете, в той мерности. У вас у 13. У вас там одно единое мнение на всех, или оно может различаться? Можно сказать, что оно гармонично согласованное. Ну, то есть вы не можете друг от друга прятать мысли или утаивать? Нет, конечно. Это глупо. Непонятно, зачем здесь это делать. Получается гармония знания земного, прошлого и будущего. Это как братья и сестры. В земном языке даже близко нет таких понятий. Это как семья. Это даже не как. Это она и есть истинная, настоящая. Почему тогда члены этой гармоничной семьи в земных воплощениях иногда вступают в конфликты, у них бывают такие сложные отношения? Это искажение, которое привносится выбранными уроками, тем, что называется эго. И если все это отбросить, все эти социальные наслоения, все, что останется, это огромная, неисчерпаемая любовь. Эго – это то, что мы называем иногда сознанием человека, личностью человека. Я правильно понимаю? Это сознание доземной формы, в которую мы заселяемся. Сознание обезьяны. Просто иногда может быть некий элемент небрежности, когда мы отправляем воплощение чуть меньше энергии, нежели нужно.
Гармоничное мнение – это как? Это мнение, которое находится в гармонии с твоей духовной группой. Видимо, так это можно обозначить. Ну, а если кто-то думает в одну сторону, а кто-то другой в прямо противоположную? Это невозможно, потому что на то и духовная группа, что мы об этом говорили, это низший уровень высшего «я». То есть духовная группа, она максимально между собой согласована. Там нет разночтений. Разночтения возникают как часть получаемого опыта здесь. Собственно, это один из аспектов, за которым мы сюда являемся. Хоть здесь поиграем эти роли. Как, знаете, понарошку мы там подрались, да? Понарошку. Здесь все понарошку. Хотя, когда мы здесь находимся, и еще эта пелена на нас наложена, это все у нас прям серьезно. А там всепоглощающее чувство любви и больше ничего. Какие там распри? Продолжая мыслить земными категориями, задаюсь вопросом, а как же так? Нельзя спрятать мысли. А как же, так сказать, приватность? Это прекрасный вопрос. Ну вот, да, это как раз такой сугубо трехмерный вопрос. Ну, там даже такая мысль в голову не приходит. Ну, я даже не знаю, как на него ответить. Но там это, в этом нет необходимости. Ну, просто... Ну, хорошо, будем считать это как данность. Да, это как данность, абсолютно. Титан говорит про сознание обезьяны. Мы уже знаем, да, про трехчастность сознания. А вот в каком здесь контексте он имеет в виду? Исходя из контекста, заданного прослушанным фрагментом, к вопросу о распре, да? Это вот как раз наиболее легко реализуется здесь, когда мы попадаем в пространство трехчастного сознания, где в том числе присутствует сознание обезьяны. Здесь можно уже и распри поустраивать. Здесь они доступны просто в силу того, что сознание вот такое ограниченное, да? Вот эти ограничения, они как раз позволяют получить опыт, который там недоступен. То есть получается, что если сознание вот этой обезьяны начинает доминировать, то это результат некой ошибки планирования жизни? Не в полной мере. Иногда, вот и это в сессии прозвучало, иногда в силу, может быть, недостатка планирования, как бы по некой такой небрежности, отправляется чуть меньший процент этого высокого сознания в это трехчастное сознание. А может быть, это так и задумано, мы же как бы... Каждому не можем в голову залезть и там, в точности этот процент измерить. Да? И обусловлен ли он недостаточно планирования, или он обусловлен необходимостью получения более низменных задач, которые человек для себя определил. Ну и опять-таки не нужно забывать о том, что проваленность, трехмерность, плотность максимальную, да, которая... стала частью плана. Что, ну, раз уж здесь, давай уже получим здесь опыт. Раз уж все равно застряли на этом дне, ну, давайте хотя бы с пользой проведем время. А что происходит вот с той частью энергии, с той частью сознания, которая не отправляется в воплощение? Где она? Ну, она там. Более того, я думаю, мы уже можем догадаться, что та часть энергии, которая отправляется сюда, это как раз крохотная капелька. Там остается весь океан высшего «я» со всеми вытекающими. То есть, собственно, там мы же пребываем на многих уровнях одновременно. Да, и мы продолжаем там решать те задачи, которые... Там, ходить на свою ту духовную работу, которой там занимаемся. Ну, сейчас так я, конечно, немножко утрировал, но тем не менее. Как понять, что жизненная программа выполнена? Легко ли уходить и чему нас учат в течение жизни? Об этом в нашем заключительном фрагменте. Если какая-то душа не выполняет свою, ну, скажем, обязательную программу, то есть идет вообще в другую сторону, то, в принципе, это заканчивается для нее, ну, рано или поздно смертью тела. Или могут быть еще какие-то варианты. Все очень сильно зависит от зрелости души. Обучение, безусловно, всегда идет на нескольких планах одновременно. И
течение одной биологической жизни, ситуации могут повторяться, если это считается адекватным способом научения. Очень большой пласт обучения проходит в том состоянии, которое вы называете сном. Этот этап осознают очень мало людей, но тем не менее это один из источников обучения сложным ситуациям. Как понять, что обязательная программа выполнена? Очень многие люди приходят с вопросами предназначения. Выполнил я его или не выполнил? А как можно человеку самому это определить? Это чувство, возникающее на очень глубинном уровне. Чувство завершенности, удовлетворения. Это сложно с чем-то спутать. Оно идет с очень большой глубины. И это чувство не зависит ни от внешних обстоятельств, от внешнего общественного одобрения. Поэтому чаще человек не осознает даже, какая у него была задача. Но тем не менее, подходя к границе своего существования, он внутри себя подспудно понимает, что задачи реализованы. Титан говорит, что обучение идет на нескольких планах. Как это можно понять? Мы об этом, кстати, знаем из работы Роберта Монро, который в своих книгах описал это же, да? Сказав о том, что все мы во время сна еще посещаем школу там. И у нас есть примеры сессий наших регрессантов, где это происходило. Да и сам я, в общем-то, однажды в своей жизни как минимум точно отследил некий урок, который я проходил в школе, во сне, да, ну, вот мне просто снились определенного рода сны, которые, как я понял, спустя много-много лет были призваны научить меня, ну, приобретению некого качества. То есть обучение именно так и происходит. И об этом свидетельствуют многие авторы, включая того же Майкла Ньютона. Если нам доступны несколько ступеней или несколько уровней, где мы можем получить необходимое количество уроков и необходимое качество этих уроков, почему бы не воспользоваться этим? Говоря об обучении сложным ситуациям, что здесь имеется в виду? Не все ситуации возможно получить в мире, ну, условно реальным, да, как мы его называем, как мы его воспринимаем. Ну, это как своего рода симулятор. То есть, если тебе необходимо, допустим, обучить, как это было в моем случае, меня учили преодолевать страх. И те сцены, которые я наблюдал в своих снах, некая идея за каждым сном всегда стояла, одна и та же идея. Но декорации постоянно менялись. В одном сне за мной гнались бандиты с дубинами, в другом сне я уползал и вырывался из фашистского плена. В третьем ситуации еще я от кого-то убегал, кто-то меня догонял. И уроки закончились только когда я понял, вот находясь в том состоянии, что мне нужно повернуться к своему страху лицом. И только тогда, словно где-то в небесных сферах, раздался громкий дзынь, и я понял, что урок наконец-то пройден. И вот если мы с вами попробуем помоделировать, находясь в реальной жизни, где бы человек мог пройти подобный опыт, ему нужно было пройти несколько воплощений, да? Оказаться во времена Второй мировой, оказаться где-то в трущобах Бомбея, чтобы вот эти все ситуации прожить. Это несколько воплощений. А так, считай, в рамках одного воплощения, просто находясь в сонном состоянии, тебе просто показывают разные симуляции, стремящиеся тебя научить одному конкретному навыку. Человек выполнил все задачи, получил удовлетворение от их выполнения. И что дальше? Ну, дальше он уходит на перевоплощение. Это об этом речь идет в сессии. То есть вопрос регрессолога состоял в том, что как же человек понимает, что вот он задачи, которые он себе наметил на воплощение, что они выполнены. И я думаю, что, друзья, каждый из вас имеет в своей жизни такие замечательные примеры. Они касаются людей старшего поколения, которые уходят. И если вы обладаете толикой наблюдательности, вы прекрасно знаете, что просто понаблюдайте за тем, как уходят люди.
Он построил дом, он построил там гараж, не знаю, еще что-то сделал. Сказал, ну все, теперь-то я поживу для себя. И умер внезапно. Да? А по факту что произошло? По факту человек реализовал те задачи, которые он для себя наметил. По-хорошему не существует такого понятия, как пожить для себя. Пожить для себя мы за этим маскируем часто некую праздность бытия, ничего не делания, сидения на кресле, значит, качалки с задранными ногами. Да? Мы здесь для того, чтобы с пользой эффективно проводить отпущенное время и те ресурсы, которые нам выделены. Как только те задачи, которые мы себе наметили там, перед воплощением, как только эти задачи выполнены, все, мы спокойно можем возвращаться. Рисовать дембельский альбом, да, и возвращаться. Ну что ж, друзья, сегодня мы слегка прикоснулись к такой обширной теме, как мир душ, опыт человека, воплощение, цели, задачи жизни. Всю эту тему осветить в рамках одной главы совершенно невозможно, и мы призываем вас самообразовываться, читать соответствующую литературу, но мы прекрасно понимаем, что не все книги одинаково полезны, но надеемся, что вы сможете определить именно те, которые принесут вам пользу. Спасибо за то, что вы были с нами. Увидимся в следующих главах книги «Титана». До свидания. Всего доброго, друзья.